Грипп – массовая и грозная вирусная инфекция, которая не щадит ни взрослых, ни детей. Он входит в тройку самых заразных болезней на Земле, и на сегодняшний день наиболее действенным способом уберечься от гриппа является вакцинация. По данным Краевого Минздрава, на сегодняшний день уже привито более 1,5 миллиона кубанцев. Это более 50% от плана. Как проходит вакцинация в Белореченском районе, расскажем в нашем следующем сюжете. Как говорит статистика, один заболевший гриппом при чихании может заразить до 25 человек, оказавшихся в опасной близости. Поэтому, чтобы предотвратить эпидемию, во всех подразделениях Центральной районной больницы ежегодно проводится бесплатная вакцинация против гриппа. Грипп – это высококонтагиозное вирусное заболевание. Вот, пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. Вот, планируется по району привить 36 тысяч человек. На настоящее время привито 22 тысячи человек по Белореченскому району. В этом году население прививается вакциной «Совигрипп». Она адаптирована к самым распространенным штаммам, которые сейчас ходят среди населения. То есть побочные проявления минимальные абсолютно. Вот. Разрешена даже приемы этой вакцины с детям с грудного возраста 6 месяцев. Перед тем, как сделать прививку, необходимо пройти осмотр у терапевта. Он выявит возможные противопоказания и ответит на все интересующие вопросы. Сотрудникам нашей телерадиокомпании постоянно приходится бывать в общественных местах, контактировать с большим количеством людей. Поэтому, воспользовавшись случаем, прививаемся и мы. Как говорят медики, особую опасность грипп представляет для людей, иммунитет которых не способен дать достойный ответ вирусу, детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Также в числе первых прививаются работники учреждений образования и здравоохранения. На формирование иммунитета уходит от 2 до 4 недель. Поэтому важно сделать прививку вовремя, до того, как организм столкнется с коварным вирусом. Для удобства белореченцев бесплатная вакцинация будет проводиться и в центре города. В ближайшее время будет создана передвижная прививочная бригада, которая будет расположена в центре города, возле магазина «Эльна». Вот при обращении необходимо с собой иметь только паспорт для того, чтобы сделать прививку от гриппа. Многие посетители Белореченской поликлиники уже сделали прививки от гриппа. Некоторые только планируют. Вместе с женой сделали прививку. В последнее время прививаюсь каждый год, потому что если не угадывается со штампом гриппа этого, ну, переносится намного легче. Я думаю, что прививку делать необходимо, потому что можно подхватить очень много вирусных заболеваний, инфекций, а прививки, они помогают этого избежать. Я тоже делал прививку, мне это помогло, я гриппом не заболел, поэтому я планирую в этом году тоже сделать прививку и всем советую ее сделать, чтобы в дальнейшем не болеть вирусными заболеваниями. Не так страшен сам грипп, как его осложнения, поэтому сейчас, как говорят специалисты, самое время заняться профилактикой, укрепить иммунитет, уделить особое внимание соблюдению правил личной и общественной гигиены и, если еще не успели, сделать прививку. Вера Савельева, Сергей Чернецов, «События и люди».